Всех приветствую! На связи Яна Федорова. Сегодня покажу рецепт, как сварить рис для роллов и суши. Нужно взять 500 грамм круглого мелкого риса и хорошо промыть его. На 500 грамм риса я добавляю 550 миллилитров воды комнатной температуры. Накрываю крышкой и довожу до кипения. Когда рис закипает, убавляю огонь на минимальный и под крышкой томлю еще 15 минут. Все 15 минут, пока варится рис, крышку не поднимать. Когда время вышло, снимаю с огня, открываю крышку, быстро накрываю полотенцем и снова плотно закрываю крышку и оставляю еще на 15 минут. А пока сделаю соус для риса. Беру 9% уксус, 4 столовых ложки. Три столовых ложки сахара. И одну чайную ложку соли. И все размешиваю до растворения. Как только жидкость стала почти прозрачной, соус готов. Через 15 минут открываю крышку. Лишняя влага впиталась в полотенце. Вот какой хороший получился рис. Добавляю соус. И все перемешиваю. Рис отлично приготовился, нисколечко не пригорел. И получился как раз такой клейкой консистенции, как нужно для роллов и суши. Осталось только остудить и можно готовить. Очень важно соблюсти точность в пропорциях ингредиентов, так как от этого зависит качество и вкус приготовленного риса. Такой рис получается вкусным, и из него очень удобно делать роллы, так как он обладает хорошей клейкостью и вязкостью, что и требуется для успешного приготовления роллов. В следующем видео я покажу несколько рецептов бюджетных роллов из доступных и недорогих продуктов, стоимость которых не будет бить по кошельку. Вот так, дорогие мои зрители. Если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.